Рассмотрим омолаживающую, моделирующую гелевую маску от Urban Doll Kiss Magic Modeling Gel Mask. В составе маски 1 пакетик с омолаживающим гелем, 1 пакетик с коллагеновым порошком, а также контейнер и лопаточка. Это все, что необходимо для проведения салонной процедуры в домашних условиях. Маска выпускается в двух вариантах. Мы рассмотрим каждый из них. Первый вариант – Magic Gold Modeling Gel Mask – гелевая маска с частицами золота. Золото способствует быстрому проникновению в кожу молекул кислорода, что необходимо для обновления и омоложения кожи. Также золото усиливает циркуляцию крови, что приводит к более эффективному удалению токсинов, шлаков. Кожа постоянно обновляется на клеточном уровне. Рассмотрим способ применения и состав маски. Смешаем пакетик с гелем и пакетик с порошком в контейнере при помощи лопаточки. Содержимое пакетиков необходимо перемешивать примерно 40 секунд до получения однородной массы, а потом при помощи лопаточки нанести маску на очищенную кожу лица. Через 20-30 минут маску снять. При смешивании геля с порошком получается средство, которое удобно наносится на лицо и хорошо распределяется. Маска быстро подсыхает, затем удобно снимается и не требует смывания. Вторая маска из данной серии – Magic Rose Modeling Gel Mask – гелевая маска с экстрактом розы. Экстракт дамасской розы особенно необходим для усталой, тусклой и потерявшей тонус кожи. Экстракт увлажняет, питает ее и смягчает, устраняет следы усталости и помогает справиться с тусклостью и вялостью кожи. Смешаем содержимое маски и рассмотрим текстуру поближе. Вес пакетика с гелем 50 грамм, вес порошка 5 грамм. Смешаем содержимое данных пакетиков в контейнере до получения однородной массы. В составе каждой маски другие натуральные компоненты, которые усиливают успокаивающее и увлажняющее действие, устраняют раздражение и одновременно предупреждают появление сухости и выработку избыточного кожного сала, укрепляют и разглаживают кожу.